Земских Владимир Афанасьевич, лейтенант Советской армии, герой Советского Союза. Родился 5 февраля 1917 года в Благовещенске. После окончания 7 классов и школы фабрично-заводского ученичества работал токарем в Благовещенской судоверфи. В 1944 году окончил Чкаловскую военную авиационную школу пилотов в действующей армии с июня 1944 года. К концу войны лейтенант Владимир Земских командовал эскадрильей в составе 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта. За период боевых действий совершил 110 боевых вылетов, при выполнении которых нанес противнику тяжелый ущерб технике и живой силе. За короткое время вырос от рядового летчика до командира эскадрильи. Эскадрилья под его командованием произвела 208 успешных боевых вылетов без потерь материальной части и экипажей. В 1946 году Земских был уволен в запас. Работал в системе гражданского воздушного флота, пилотировал самолеты П-2 и Ил-14. Умер 2 октября 1998 года. В память о Владимире Афанасьевиче в городе Благовещенске на доме, где жил герой, установлена мемориальная доска.